Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я вам расскажу, как включить режим анонимности в браузере Opera. Или его еще называют режим инкогнито. Как это все делать? повторю за мной и у тебя все получится. В общем, друзья, для этого нам понадобится, соответственно, сам браузер Opera. Дальше мы смотрим в левый верхний угол экрана, наводим нашу мышку на букву О. И здесь нам нужно выбрать из меню создать приватное окно. Когда мы его нажимаем, смотрите, у нас сразу же открывается новая вкладка. То есть она отдельно от браузера опера то есть вот видите, то есть од... главное окно опера открывается в отдельном э, браузере, а режим инкогнито или приватный режим а в другом. В чем плюсы, в чем минусы э, данного режима? Это то, что он не сохраняет историю посещений, то есть вы можете заходить на какие-то определенные сайты, да, и это все не логируется, то есть не сохраняется в истории поиска, то есть э, это очень удобно, когда вы пользуетесь чужим компьютером, чужим ноутбуком, планшетом и так далее. Если вы не хотите оставлять свою историю просмотров, то, что вы смотрели и так далее, то именно в этом режиме как раз э, и происходит вся вот эта вот магия. Если вы это не знали или даже знали, поддержите видео лайкосиком. Это мотивирует меня записывать для вас интересные и полезные видео. На этом с вами прощаюсь. С вами был Boost. Всем пока, друзья, и удачи!